Сегодня выложил два видео. Свечи зажигания на Honda CR-V менял. Вот, ну, вернее, не менял, производил ревизию. Вот, и понял, что пока что менять рано. Вот, и сразу там несколько человек задали вопросы. Какие свечи я ставлю? Какие свечи я ставлю? Вот свечи новые. То есть, по идее, они должны были сегодня установлены быть, но я их не поставил, потому что, посмотрев старые свечки, которые я сегодня выкрутил, они оказались вполне еще ого-го. То есть смотрите видео, которое вот я сегодня выкладывал, предыдущее. Как покупаю свечки, недалеко магазин Русь. Вот, прихожу к продавцу-консультанту, даю ВИН. Вот, и говорю, дайте мне свечки на Honda CR-V. Вот, он мне, естественно, так откуда-то выкатилось, потом посмотрю. Он, естественно, находит мне там несколько штук. Вот, я говорю, там побюджетней, потому что, ну, понятно, что там есть и одна свечка может 3000 стоить. Вот это я, кстати, покупал, по-моему, 1200 или 1300. Одна свеча, это уже, вроде они уже начали дорожать. Мне так показалось. Я решил купить их. Вот, ладно, это все отодвинем. Так, что у нас здесь? Вот эти вот коробочка, это свечи, собственно говоря, на которых ездила Honda и ездит. Ну, вернее, ездила. Ну, это понятно. Волговская. Вот, это культиватор или что-то, крот. Бензопила. Так, и еще здесь свечи есть Sanyong Actaeon. Так, значит, что было на Honda? Ну вот смотрите, на чем я ездил. То есть пока был, можно сказать, такой бюджет, не подорванный, это Actaeon у нас, да, то вот, значит, свечи. Кстати, смотрите, видите, свеча какая, не иридиевая, не платиновая, никакая обыкновенная. И вот она у меня стояла на Honda. То есть в один прекрасный момент, когда надо было менять свечи, я пришел в магазин, говорю, дайте мне свечи для Honda. Они мне сказали, что, значит, свечи есть только такие. Вот, посмотрели лист замен свечей. Вот. И я взял, то есть вот свободно откатал. Смотрите, она еще хорошая. Просто я еще раз говорю, что пока была возможность, я свечи менял два раза. Вернее, раз в два года менял. А эти я поменял, по-моему, тоже они мне года два, наверное, отходили, мне кажется. Вот, пожалуйста. Так, это у нас что за свеча? Не та. Так. Вот тоже хондовская свеча. Иридиум, да. Видите, тоже вполне себе. Еще ничего. Но я говорю, что была возможность и менял их довольно-таки часто. Так, что у нас еще? Давайте посмотрим. То есть, в принципе, вот такие свечи. Так, вот, пожалуйста, NGK. Тоже хондовская. Но я ее уже куда-то ставил, видимо, да. То есть я их не выбрасываю. Куда-то ставил, наверное. Вот это, естественно, я с работы притащил. Вот, пробовал ставить в генератор. Ну, блин, не знаю, как сказать, какашка, короче. Плохо работает. Вот, может быть, тепловой режим свечей не соблюдается. Так, что у нас тут? Так, вот свеча. Это вот то, что я показывал. Только, ну, вторая свеча. Значит, это что у нас? NGK. Тоже с Honda снял. Видите, в принципе, на ней еще можно ездить. Вот. Ну, естественно, коль свечи у меня есть, поэтому я ее и не ставлю. Вот. А сегодня получилось так, что, значит, свечи отстояли у меня 3 года. Я их выкрутил.
На них я проехал порядка 40 тысяч, вот, и, короче, их еще тысяч на 20 хватит, вот. Ну, 20 я, наверное, не проеду, на следующий год, я думаю, что закручу вот эти вот, потому что моторчик уже старенький, вот, пробег 110 миль, то есть порядка 170 километров, вот. И, собственно, хотя свечи были чистые, то есть, опять же, если посмотрите те видео, которые я выкладывал сегодня, предыдущие, то там все будет видно. В общем, вот так вот я собираю, знаю, что может быть не понадобится. Хорошо бы их проверить, конечно, под давлением, вот, но проверяем только методом тыка. То есть ставим, работает хорошо, не работает, тоже хорошо выбрасываем. Кстати, не хватает здесь свечки 3. Приходили друзья, знакомые, спрашивали, есть ли свечка там куда-то, вот, и, значит, две свечи иридиевые пригодились в автомобиль, вот, и, по-моему, одна или две я куда-то давал, типа крот там и там еще что-то, вот, поэтому рука не поднимается это все выбросить. В общем, вот такие свечи. Да, вот такие свечи я ставлю на Хонду, ну, которые я показал, естественно, которые для Хонды. Вот. А, кстати, Ssangyong Actaeon ездит на 95-м бензине. Вот так вот. Машина не старая. Бензин 95-й. Вот они, свечки. А Honda ездит на 92-м. Вот они, свечки. То есть, опять же, смотрите видео предыдущие. Что хочу сказать, что 92-й, получается, чище не дает лака на керамике. Все, спасибо.